Еще 113 жителей региона заразились коронавирусом. Всего заболевших 1526. За сутки это максимальный прирост с начала пандемии. За день больше всего выявили больных в Саратове, Краснокутском и Самойловском районах. По словам специалистов, сейчас рассматривается вопрос о закрытии на карантин еще двух районов области – Новоузенского и Самойловского. Саратовские полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве. Трое жителей Татищевского района вывезли знакомого в поле, где нанесли ему телесные повреждения и потребовали вернуть денежный долг в сумме 15 тысяч рублей. Избивая мужчину, подозреваемые повышали сумму долга, и в конечном итоге она возросла до 100 тысяч рублей. Свои действия злоумышленники снимали на телефон. Потерпевший обратился в полицию. Участникам грозит до 7 лет лишения свободы. Сегодня, 15 мая, завершился учебный год у школьников с 1 по 4 классы. Они закончили обучение раньше всех. Остальные ученики все еще продолжают получать знания дистанционно. Так, у школьников с 5 по 8 классы учебный год завершится 22 мая, а у старшеклассников 29 мая этого года. Как пояснили в региональном министерстве образования, студенты вузов и колледжей продолжают дистанционное обучение. Учебный год у них завершится 30 июня.